Здравствуйте. Нет, спасибо. Будьте добры, маленький золотой резерв. Сколько же он стоит? 139, да? Да. Прекрасно. Вот он. Ага. Вот он, 50 рублей. Также 100. Спасибо.
Здравствуйте. Не подскажете, а сколько сейчас самая дешевая пицца стоит? А чего толкаете? 90 рублей с собой стоит. Ага. А здесь дороже будет? Здесь дороже будет. Ага. Че, нет, спасибо, сейчас не буду. Это... Втроем поем. Здрасте. Здравствуйте. Что, я не посмотрел. До скольки вы работаете? Не увидел я. До скольки? Да. До 22. А, все. А, написано. Спасибо. Не увидел.
Здравствуйте. Можно вам тут натоптать или не очень? Да я отсюда посмотрю. Сколько самые дешевые розы будут стоить? Что еще раз? Розы самые дешевые. А, днище, что ли? 300. Ага. Там какие-то стебли короткие или какие там? А, сколько? У нас все высокие, от 70. Ага, хорошо, да. Можете прийти? Да нет, я заранее просто зашел, чтобы потом мне не носиться, не бегать. У нас есть по классике белые, красные, также есть кружевные розовые. Есть капустные розы, есть переливчатые пеновидные такие нежно-розовые розы. Ой, есть. Извините, пожалуйста, вот это, слушайте, вам здесь грязно. Да. Вы что за цветок? У меня он глаза просто много. Какой, зеленый? Да. Это вот капустная роза. Это капустная роза? Да. Я первый раз в жизни вижу капустную розу. Сколько стоит капустная Они роза? Они по 300 тоже. Оля-ля, это прекрасная цена. Скажите, и вот эти вот ромашки, я правильно выражаюсь? Ромашки, да, они тоже по 300. Напоминают лечебно. Вы знаете, сейчас ромашка лучше подарить, чем роза, мне кажется. Букет ромашек. Летом... Ну, если честно, я больше люблю ромашки. Розы я не очень люблю. Все женщины почему-то любят ромашки. А с чем это связано? Вы можете объяснить? Вот откуда такое? Они, мне кажется, более такие нежные, воздушные. А роза аристократичная? Вы себя не ассоциируете с этим? Роза какая-то более вульгарная, типа, у меня слишком заезженная. Ну, заезженная, конечно. Да. Вульгарная. Ну, нет, для больше всего... Она не индивидуальная роза, скажем да, так. Скажем, да, да. Нет, ну, если так думать, из тех цветов я больше люблю лизиантус. Как он выглядит? А, вот там наверху белые и розовые цветочки. Пардон, белые и розовые? Это что значит? Ну, вот белые там. А, да, вижу белые. И розовые. А. Это лизиантус. Как будто бы белые из розового произрастают. Или такой оптический нет. обман, что ли? Да, просто рядом стоят? Обман, они просто рядом стоят. А, рядом стоят. Но это же роза или нет? Нет, это лизиантус. Но она по форме напоминает розу. Вы не согласны со мной? Нет, не соглашусь. А почему вы не согласны? Тут лепестки белые, но это же роза. Нет, ну, для простого обывателя. Нет, это отдельный цветок. Нет, это роза сразу. Вы бы не сказали, я бы не понял, что это не роза. Хотя у меня бы вот внутри что-то зелененькое, что-то таинственное. И у меня бы это... И она очень густовая. Такая. А, густовая. Да. Скажите, они будут распускаться или нет? А, некоторые, вот которые закрыты, распускаются, некоторые нет. Ага. Вот очень мелкие не распускаются, да, которые да. средние, они распускаются. Они не до конца сформированы, им уже не хватает, видимо, да, сил. Но это какая-то таинственность, понимаете, надежда на что-то будущее, что что-то распустится. Ну, можно как так, посыл сказать, как да. бы идет. А роза уже распустилась, уже ждать нечего. Все, уже все известно, все понятно. Таинственности нет никакой. Да, а скажите, а вот эти вот, мне кажется, тоже вот... Кустовые розы? Нет, розы к черту. Вот это? Нет, тут левее, вот эти мелкие такие, да. Да, такие... Это хамелациум. Такие беспризорники такие, да? Хамелациум. Мне кажется, тоже у них что-то есть. Они созвучны с ромашкой, мелкие, да? Ну, они мне нравятся, у них еще есть такая особенность, если потереть ее хвою, она чуть-чуть хвойная. Хвою? Да. То она, интересно. У нее аромат лимона. Прекрасно. Слушайте, можно, значит, использовать как-то, ну, такой цветок с продолжением, не только внешность, но и содержание, да, в нем. И вот, значит, 300, это сколько это завод называется? Они тоже, хамелациум тоже по 300. Как интересно. Ну, он туда... тоже кустовой, как бы там ветка, и на ветке много-много. Ну, отсылает к такому полевым цветам, вот это все мелкое, согласитесь. Да. А полевые цветы отсылают нас к лету. А сейчас так чертовски лета хочется почему-то. Это точно. Вот, и поэтому вот букет со смыслом. И вон тебе беленькие... Тоже они такие интересные. Раз, как розеточка, раскрытые. Я поняла, да. Ну, они, я бы не сказал, что они такие полевые. Они, такие полевые. Себе на уме, я бы сказал. И нежные, и такие белые. Они, видно, что благородные, хоть несмотря на то, что они маленькие. Такие вот, в отношении с розовыми. Розовые полевые. На них не скажешь, что полевые. Они... Да, ну вот этот цветок, он считается как дополнением в букет. Да. Его используют как дополнение. Ну, наверное, все маленькие, такие мелкие, как дополнение, да? Можно? Ну, да. Ну, хотя если такой вот пушистый букет подарить, он будет тоже по-своему прекрасен. Такую свежесть такую он да, вот дарит. Смотрите, что он, ой. Да, вы правы, я... Ну вот эта роза меня прям потрясла. Очень. Одно только что слово роза, а так-то она интересная. Она не стереотипный цветок. Что-то хочется такое подарить, не стереотипное, понимаете? Ну, если бы не стереотипный, то я бы предложила как раз капустную розу. Она действительно очень да. необычная. Либо брасику. Это вот такие растения. Тоже необычные. Вроде с виду похожи и на розы несколько штучек. Да, а да. А сам и на капусту. Да, капусту, да, действительно.
А есть еще брасика морская, это вот такая фиолетовая, видите, тоже как капуста. А, ну это больше похоже даже на капусту, такую декоративную. Да. Как интересно. Хорошо. Спасибо вам большое. У вас декора нет никакого, я зашла сюда, мало ли декора какой-то есть. А, в плане декора. Ну, настенный арт какой-нибудь, ничего такого нет, да? А, у нас есть зачастую бывает. Нет, картина не очень, что-то такое вот, рукоделанная, деревяшечная. Ну ладно, хорошо. Я, тем не менее, смотрю. Все, спасибо вам большое, извините, что отвлек. Да ничего, вы мне столько интересного рассказали. Я получил большое удовольствие. Я тоже получил большое удовольствие. Спасибо, это взаимно, значит, спасибо. Все, я побежал. Хорошего дня. Взаимно, до свидания. До свидания.
месте. Скажите, пожалуйста, вот один эспрессо сможете мне сделать? Конечно. С собой или как правильно сказать? Чуть побольше. Не очень. Мне приятно у вас находиться. Хорошо. Если не возражаете, я постою здесь. Я предлагаю, знаете что? Я сейчас настрою следующий зерно, просто сейчас оно полностью прошло. И после этого мы с вами попробуем вкусненькую руанду. Надеюсь, она будет столько же стоить, как написано. Столько же, абсолютно. Я вам буду очень благодарен. Спасибо. Хорошо. Я могу вас параллельно что-то спросить? Да. Что вас интересует? Понимаете, какая история? Меня интересует. Первое, недорогой кофе. Второе, максимальный, ну как сказать, я, может быть, не очень терминами владею. Я покупал все время пятую степень обжарки. Мне было плевать, что. Я выпивал ее с утра, и у меня это самое. Прошу меня. Так сказать, бодрость была. Пятая степень обжарки, а имеете в виду вот из масс-маркетов кофе? Да, из масс-маркетов. Я покупал это в Швеции, в Стокгольме, там определенную марку. И там была написана пятая степень обжарки. А первая степень обжарки никакая была. Значит, пятая для меня прекрасна была. Так, еще арабика, робуста, что это было? Не дай бог робусту. Один раз попробовал в жизни, на всю жизнь запомнил. Разыграли друзья, сволочи. Первая, вторая, третья, все эти цифры – это маркетинг. Так. Чаще всего просто делается две обжарки, темная и средняя. Ну, пятерочка делала свое дело. Но за счет того, что у нас зерен больше, зерна усыхают при обжарке, их просто больше по количеству. Скорее всего, там была работа. Потому что было написано, что арабика, типа, ну, было написано. Написать можно все, что угодно, да. Вы сейчас скажете, я понимаю. Я видел, знаете, 100% кофе написано, прям большими буквами на упаковке, 100% кофе. А потом написано в составе уже мелким шрифтом, там, 70 робуста, 30 арабики пишут. Ну, робуста же это блатной кофе, по-колхозному выражаясь, робуста же это же блатной кофе. Робуста это дешевый кофе, который дает больше кофеина. Ну, кофеин, наше все. Нет. А что наше все? Ну, смотря что вы хотите, то есть. Вкус я не понимаю, могу сразу сказать. Но... Не способен. Я стремлюсь, я никогда если не критикую. Если вы будете пить только робуста, это вызовет только привыкание, и вы больше как такого бодриться от кофе уже не будете. То есть, чем больше вы пьете робуста, тем меньше оно действует на вас. О, черт побери. Как и любой, ну, кофеин является таким легальным наркотиком. Да. Это поэтому, прекрасно, кстати говоря. Поэтому, то есть, можно пить одну робусту, она будет очень горькая, очень плотная, но выбрать что-то и действительно почувствовать вкусный кофе, лучше вот так посмотреть. Если из крепких сортов, можем пробовать Гондурас, Индонезию, Танзанию. А уместно сказать крепкий сорт кофе? Это вот вы сейчас сказали. Это нормально, да, если так скажем? Это будет плотный, насыщенный вкус. То есть, если брать Бразилию, это будет такой водянистый и легкий. А если брать именно такой плотный, крепкий, то сейчас Руанда, кстати, молодой человек будет заваривать. А вот из дешевых и такие, чтобы я выпил, и я почувствовал бодрость, ё-моё. Это не врач. Это врач, он может сказать, как у вас кофеин действует. Ну хорошо, значит... Я выпил кофе, я лег спать сразу. Да? Да, это уже... То есть,
каждого свой. Первый раз слышу такую историю. Это обратный захват, как и любого гормона, происходит обратный захват. Если много пить кофе, это вот именно такое происходит. Профессиональная болезнь. Так что мне делать? Мне хочу, чтобы с утра я, как вот обычно в кафе заходишь, выпиваешь чашку кофе, и так хорошо становится. Человеком себя чувствуешь. Уля-ля, вот, думаешь. Сейчас молодой человек сварит, посмотрим, как она. 475 рублей за маленькую упаковку, 1750 за килограмм, то, что надо сварить. Скажите, пожалуйста, а минимальная доза, порция, вот какая бывает, чтобы вас купить, предположим? 250 грамм. 250 грамм. И цена 250 грамм, какая может до быть? До 610 рублей. А от? Меня от интересует такая. 355, но этот кофе вам не подойдет. Это нафиг он, да. Мимо кассы сразу. Да, 355 это самый банальный в Бразилии, ага. Очень мягкий, очень такой простой. Нет. Ну, 450-610 примерно. Ага. За 250 грамм. Да. Я сейчас покупать не буду, вы уж простите меня. Я хотел попросить, у вас может визитка или что-то в этом духе? Визитки у нас нету, у нас три магазина в городе. Ага. Здесь, Лебянка 24, Кудрово, Пражская 7. Кудрово? Где это Кудрово, интересно? Рядом с Лебянкой. А! То место, где нам делать нечего совершенно. Надо мигрантский район какой-нибудь. Наверное, какой-нибудь мигрантский район типичный, где там эти... Новостройки, наверное, да? Там, да. Я вырос в этом районе. Ну, вы родились, я надеюсь? Я родился, да. Да. Знаете, я родился на Петроградской, и вот чем старше становлюсь, тем больше туда тянет. До слез. Сны снятся. Я живу на культуре. Не нравится мне там. Да. Ищу кафе, познакомился с двумя девушками, вы знаете, на углу Невского и Суворовского проспекта. Там есть такое, ну как кафе, не кафе, написано очень маленькое для двоих. Оно маленькое, там два человека только заходит. Что-то там испанские блюда какие-то готовят. Забыл, как называется сейчас. Там они тоже стояли. Они говорят, у нас здесь кафе, говорит, приходи. Два года не могу дойти, думаю, может, сейчас дойду. На Гороховой называется «Море кофе». Ну, черт, что-то я прошел уже порядочно, и что-то я не вижу этого кафе здесь. «Море кофе»? Мне кажется, «Море кофе». Здесь есть «Добро кофе»? Не, нафиг «Добро». Я думаю, колхозное название. Вообще, что связано с добром, с любовью, такой колхозом пахнет. Но эти ребята заслужили, ну, как хорошие, да? Хорошие ребята. Даже как... Даже ну, слово «добро» не петербургское слово. Но они из Дальнего Востока приехали. Мы из Калининграда, они из Дальнего Востока. Из Калининграда, да? Да. Мы калининградская компания. У меня брат в Калининграде живет. И я завидую ему. Да, Польша рядом. Считайте, Германия. Да, климат другой. Здесь тоже Балтийское море, но есть другое Балтийское море, чем там, конечно. Я из Калининграда, здесь нет моря. Да, здесь залив как бы, ну считается юридически, это же Балтийское море, юридически. Ну, залив, у нас тогда можно сказать три моря, потому что у нас два залива тоже в Калининграде есть. Ну у каждого моря есть залив, ну, да. Правильно? Залив. Например, Средиземное море, Генуэзский залив. Соответственно, здесь Балтийское море, Финский залив. Ну да, но у нас не замерзает. Да. Наш зимой приехал, это стихия. Да, здесь, да, да. Вышел здесь порт, стихии и нету. Это все замерзло. Да, 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 да. Вот именно состояние стихии. Вы знаете, мне что в глаза бросилось, в хорошем смысле слова, он мне видео присылал оттуда, я смотрю сразу на лица. Ну, существует же, науки такой нет, физиогномика, но физиогномика существует, тем не менее, да, и процентов на 60, ну, то, что меня касается, я могу что-то сказать человеке, конечно, я ошибаюсь. На 40%, на 60%, какие-то даже по мимическим морщинам можно что-то сказать о человеке, по мимическим морщинам. Обратите внимание, ведь есть морщины мимические от тяжкого непосильного труда. Да. Напрягаются одни группы мышц, а есть мимические морщины от благостной жизни, в хорошем смысле слова благостной. У меня слово благостное вся хорошее, радостной жизни. И эти морщины, они заметны. Вот. И также я смотрел видео вот его по Калининграду. Конечно, лица специфические, и некоторые лица кажутся чужими лицами, а некоторые лица, мне кажется, родными, те, которые, ну, как не то, что возрождают, а
ну, по колхозам говоря, эксплуатируют немецкую культуру. То есть кафе немецкое, рецептура немецкая, кофе, что-то еще, да? И вот это сразу близость какую-то испытываешь к этому почему-то. А к русскому не испытываешь? Почему так? Я недавно разговаривал. Недавно с родственницей разговаривал по поводу вкусов. Соль, соль, специи. Она говорит, а мне нравится так. Я говорю, а кто ты такая, чтобы ты регламентировал количество соли в блюде? Кто ты такая? А мне так нравится. А может быть, тебе надо скорректировать свои вкусы, воспитать их, да, для начала. Потом попробовать многое, насмотренность должна быть, да? Вот. И что характерно, так рассуждают люди не из Петербурга, а из России. Они кажутся, что они ногой дверь открывают везде, они все знают. Почему так происходит? Так же с кофе. Вот я сразу сказал, я не разбираюсь ни хрена. Но мне интересно. Это как образование. Оно должно быть интересным. Это долгий труд. Да. Долгий путь. Да. С туристами из России. Вот именно из России. Не столицы, а вот у нас. Из России. Я понял, о чем вы говорите. Прям заметно в Калининграде было, когда приезжают россияне, когда приезжают, допустим, москвичи, петербуржцы. Это. Да, вы правы, что дверь с ноги, потому что это их единственный отпуск за всю жизнь, можно сказать. А, в этом смысле? Они на него накопили, и они считают, что они вот все, они. Ну, скажем так, они себя не контролируют. Да. Они в состоянии аффекта тогда уж. Да. А бывает осмысленная такая вот напористость. Вот интересно. Они как-то действительно что-то значащее. Ну, главное не смешивать Петербург с Москвой, мне кажется. Потому что исторически Москва – это никакая не столица, это просто затрапезный городок, по сути дела, который в 812 году сгорело к ядрению фене. Почему она сгорела? А деревянная была. А почему деревянная? А кто ж там будет каменное строить? На каком основании таком, да ведь? Ну, по большому. Ни дворцов, ничего. Купечество. Купечество – это низшая каста, нежели, ну, как сказать, аристократичная. Хотя здесь город обезглавлен давно уже, Петербург. Никакой здесь аристократии, к сожалению, нету. 4% местных жителей. Надеюсь, я вхожу в эти 4%, поскольку пятое поколение. Но, тем не менее, это чувствуется. Особенно сейчас чувствуется смерть города. Вот я прям ощущаю, как он умирает. Вы чувствуете смерть? Да. Я прям ощущаю это прямо вот всеми фибрами кожи. Я понимаю отца, который уехал из Петербурга. Такие мысли постигли. А вы знаете, город — это не только камни, город — это люди. И я чувствую, что в моем общении перестали быть люди. Ну, я сменил работу. И сменился круг общения, понимаете? Друзья все выросли и женились. Общения не стало. Вы понимаете, я, да, мои намеки? Я вам кое-что дать. Вы не уходите, не спешите. Я не спешу совершенно. Вот, просто я из Калининграда, молодой человек, он из Петербурга, да? Поэтому разные культуры несколько. Безусловно, моя точка зрения, безусловно, субъективная, потому что я чувствую только то, что я могу почувствовать. Вот. В общем-то, как и кофе, по-своему я его сейчас почувствую. Я вам сейчас расскажу, что я чувствую, когда выпью кофе. Не боюсь быть смешон. Потому что это правда, а правда она прекрасна. Да. Всегда. Правильно? Кофе, он для каждого. Я ни хрена не разбираюсь в нем. Ну вот, да. Как и в вине, кстати говоря. Как и в вине. Вы знаете, однажды у меня была история, я был во Франции, в Каннах, и всегда мечтал попробовать морепродукты. И когда я попробовал первый раз, я понял, что у меня организм, моя психика не может интерпретировать степень гадости того, что я ел. Но это не значит, что это гадость. Это не значит, что это гадость или что-то испорченное, что-то такое. Я такие вкусы никогда не пробовал. И я был в таком шоке, там еще что-то сырое было, улитки там, как там еще, ну, в общем, все эти товарищи. Я думаю, боже мой, а ведь люди восхищаются. И я понял, насколько невкусные вещи, а насколько я, на каком днище я нахожусь вкусовом. Вот невозможности разобраться.
Я вам высыплю сюда, не выражайте. Да, все прекрасно. Посчитайте. Мы посчитаем, да. Я предлагаю 1000 вам попробовать. Вот. Воду я должен пить? Для чего вода подается? Вода нужна хотел понять. Для того, чтобы, во-первых, все обмыть, во-вторых, когда выпиваешь воду после эспрессо, эспрессо лучше действует, и кофеинчик бодрствует тебя сильнее, если я не ошибаюсь, все так. В целом быстрее, да, быстрее. А могу ли я смаковать эспрессо? Смотрите, чтобы правильно эспрессо попробовать, лично я делаю как? Я беру и вот это называется сёрбать. Вот. Делаете губы трубочкой и... С воздухом, по-моему, вы... Да, практически воздухом. Как когда... смесь бензиновая с воздухом. Ну, практически, идёт, да. Вот оно вот так вот раскрывается, капельки так да, на весь язык. Попробуйте. Вот. Я первый раз, во-первых, это увидел, во-вторых, я видел, что, ну, эти, Познер Урган, говорит, надо, говорит, хлопнуть сразу. Думаю, тебе твою мать, а как же наслаждение? Ну, да. Я не настолько продвинут, чтобы хлопнуть и все почувствовать. Первое, букет, надо подумать. Почему-то мне кажется, что-то здесь неоднородное, что-то здесь... Мужчина большой, средний. Классический дипломат? Да, дипломат. Десертик, может быть, желаете выпустить? Телефончик оставляли, да? 931-219-1998. Так, да? Ну что? Что вы почувствовали сначала, скажите? Я что-то... То есть мне очень сложно сказать. Мне проще получить готовый ответ, чтобы выбрать правильный. Безусловно. По двум причинам. Первое, что я смотрю, место, которое занимается кофе. Что-то не случайно. Мне уже, как говорится, импульс в мозг, все, ну, зашел в то место. Да? А второй вкус. Так я устроен так. Как вы поэтапно все разбираете, интересненько. Да, обычно, по-моему. Это вам кажется, что обычно. Вот вынужден, к сожалению, констатировать факт. Так. Поэтапно разбираться в том, что происходит здесь и сейчас, в данный момент, люди очень-очень не хотят. Я, собственно, не на пустом этом месте говорю, сейчас я приготовлю напиток и еще вам доложу много всяких интересных деталей. Вот, здесь должно быть очень сложный вкус, там очень много всего. Да, И, собственно, в нем присутствует... Маслянистость, такая бархатная текстура тела, да, напитка, оно такое вот такое. Да, да, это правда. И значит, затем еще на послевкусии должен быть топленое сливочное масло. Вот. Вот это интересно. Кислинки меньше. Ну, это, собственно, может быть не с первым глоточком. Не с первым. Пойдет и попробуется. Маслянистость – это продолжение текстуры, потому что масло, оно, ну вот сама маслянистость, она предполагает какую-то густоту, не воду, во всяком случае, а текстура предполагает тело, ну, то есть какое-то содержание, да, плотность некую. Поэтому это одно вытекает как бы из другого. По идее, да. Маслянистость, но понятие маслянистости не факт, что это вкусовое понятие, а именно вот текстурное понятие, да, может, да, быть, вы больше. Вы правы, да, я думаю. Потому что вкус масла достаточно сложно мне было бы ощутить, и я его по-честному, конечно, я его не ощущаю. Но как продолжение вот этой истории, да. Вот, что самое интересное, я сам кофе тоже очень люблю. Я родился в Петербурге, значит, поэтому кофе это кислород тоже считает. Да, но да. До определенного момента, вот до знакомства с ребятами этой зимой, я тоже вот ходил, брал
что взял, даже жокей не принадлежал в какие-то моменты. В общем, я сейчас и занимаюсь. Это потому что у меня отец, вот всю жизнь у него была. Он брал всегда себе гигантскую турку, такую вот, не знаю, на пол-литра где-то. Закидывал в нее ложек 6. Да, вот, 4 я кладу, да. Вот у меня отец по жести. И все это еще с гвоздикой, еще это... С гвоздикой не пробовал. Ну вот с гвоздикой тоже прикольненько, но никогда это робуста. Жокей это вообще, не знаю, наверное, даже не кофе это. Ага. Просто берут что-то, что осталось. Из этого пытаются собрать какие-то вот... Вот. Да, вы, да, это предыстория, как бы, а потом вы познакомились да. с ребятами. Я познакомился, во-первых, с нормальным кофе еще где-то, наверное, 3 года назад, но не закрепился. А вот теперь знакомство прям плотное, хорошее, потому что мне объяснили здесь все вообще детали вкуса, какие могут быть. Меня здесь сегодня погрузили во всякие... вкусовые нюансы. Еще пока что не научился до конца с этим всем работать и, как это сказать, применять. Но базовые какие-то навыки имею, но в курсе ориентируюсь теперь. Интересно. И что еще хотел я вам кое-что передать. Есть вообще восхитительная вещь, она находится неподалеку от нас с вами. Вы, я так понимаю, туристиками... перемещаетесь вольно по планете Земля. Слушайте, я 2 года жил за городом, в Токсово. Меня заколебало там жить уже. Я не могу, и это невыносимо. И я вот эту зиму я приехал в Петербург и думаю, что я уже не поеду. Значит, вам дорога в сердце Петербурга. Да, раз уж вы говорите, что да. Значит, город наш вымирает. Да, есть конечно. Одно чудесное место, которое, собственно, подходит по описанию. О чем мы с вами говорили. Я являюсь, так сказать, хранителем этого места. Я слежу, чтобы там было все хорошо, и не только я. Еще несколько других людей есть. Интересно, вообще оборот речи. Да. И это не то, что даже не только оборот речи. Суть в том, что место действительно, ну, 243 года оно существует уже. И там было очень много всего. Я вам про него много всего говорить не буду. Чтобы не портить, как это сказать, предисловие, скажем. Интересно. Вот. Вам предлагают оттуда добраться, это буквально через 2 дома отсюда. 2 дома отсюда? Да. Я вам просто дам бумажечку, а в этом уже сориентируйтесь. Меня в одно место не пустили здесь, потому что я не забронировал его, свои посещения через какую-то соцсеть, а через Инстаграм, по-моему. Ну, может быть, это нет. Условности современных. А молодой человек, средний большой мужчина. Потому что люди в последнее время имеют свойство пропадать. В смысле слова пропадать? Вот так вот. Кабинет, просто берут и пропадают. Так, я не понимаю, что это такое. Это вот, смотрите, вам пройти до арочки, вот в ту сторону, там будет арка. Так, сейчас вот, это, значит, смотрите. Это Гороховая направо, я выйду направо. Гороховая направо к фонтанке, там будет арка, и, собственно, в нее заходите, налево поворачиваете, подъезд номер 5, и в двери будет, собственно, консьерж, который будет обычный подъезд. Вам нужно всего лишь позвонить по номеру телефона, который там указан, и вас встретит консьерж. Я могу даже это, как это сказать? Ну, конечно, я зайду, безусловно. С 12 до 21. 12 уже есть? 12 уже есть, да. Ага. Я просто сейчас проверю на всякий случай, на месте ли человек. Интересно. Потому что у вас такой вдохновенный такой... Да, спасибо, у нас здесь всех вдохновенный вид, по-моему. Продолжить стоит. Вот, кстати, денежки начали. Да, спасибо. Сейчас я уточню. Так, значит, ну ладно, если здесь адрес же есть, то что я сейчас, ну я сейчас переспрошу вас, потому что я первого раза, мне очень сложно сформировать. Всего доброго. И вам тоже, до свидания. Телефончик, а здесь телефончик есть.
Так, а почему вы не согласны со мной? Не то, что не согласны, это неправильный оборот речи. Какая ваша точка зрения на то, что я сказал, что... Я объясню, почему, почему мне это интересно. Потому что любой человек – это отдельная жизнь, это отдельное восприятие, которое может быть соединено сколько с другими. Сколько людей, столько форм их существования. Да, и они могут соединяться, с другими нет, не соединяться, допустим. Ну, с точки зрения, там, с чем-то еще, я не знаю, с чем там. А могу я поинтересоваться, чёрт, как вас зовут? Анатолий. Анатолий, Денис, очень приятно. Вот. Чувствуется, что вы ленинградец, кажется, да? Да, я не перестал любить это слово, но это одна из разновидностей моего отношения, которое каждый раз меняется, и часто на топе у меня. Я не ленинградец теперь, я теперь уже как другой. Потому что у меня такая фраза пришла, только ленинградец, это униженный петербуржец. Ну, не знаю, униженный или не униженный. У нас всю недвижимость коммунисты отняли, как вы считаете? Доходный дом на Пионерской и квартиру на Щерсе, на Малом проспекте. Хотелось бы получить обратно. Thank you.